Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет на физаре вашего экрана, это значит, что у нас сегодня амнезия, призрак прошлого. Что ж, честно сказать, это уже вторая попытка, потому что первый полностью отснятый материал был похерен наебнувшимся жестким диском. А это уже четвертый вроде дубль. Ну да ладно, ничего смертельного. В общем, нас ожидает ебически звезданутое приключение, где нам надо будет добраться до поехавшего старикана-маньяка и его, собственно, прикончить. Хотя можно будет бросить голову в портал или дать старикану довершить начатое. Но все-таки самый прикольный вариант — это прикончить старикашку. Не за этим ли мы шли всю игру? Ладно. Уй. Честно вам сказать, я не хочу проходить игру максимально банально. То есть от каждой открывшейся двери постоянно кидать кирпичи, сидеть тут трястись. Нахуй оно мне надо? Поэтому я буду максимально портить атмосферу лузами. Хотя, может быть, и нет. Просто потому, что я сначала буду угорать над происходящим, а потом... Ёбаный в рот, что это было? Обычно, потому что делают наоборот. Сначала откладывают кирпичи, а потом сидят, их отпускают. Пизда мне, но зато будет весело. Нет, так не пойдет. Просто потому, что... Блять, ну это же скучно. Короче, хорош ля-ля. Как говорил один лысый из гаража. Попиздюхали. Ужас, хотел, не вышло. И да, в прошлом цикле записи у меня был дикий косяк, у меня не соблюдался никак хронометраж серий. А сейчас, поскольку... Не забывай, некоторые вещи нельзя забывать. Поскольку... День идет за мной, нужно торопиться. За часами я слежу поточнее. Меня зовут Даниэль. В принципе, я живу в Лондоне. Мне ничего не мешает. Я выдерживаю свои коронные полчаса на сегодня. Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я Даниэль. Ебать, копать отпустила. Вот, бля. Зима. Усюка. О. Ебаный потрёпанный. Куда меня занесло? Четвертый дубль, и у меня уже эта локация вызывает зевоту, вот откровенно. Не пускают. Туи, ёпта. Щелк. Огнивище ебаное. Кафу. Еще одно на столе. По-моему. Блин, я уже эту локацию сейчас наизусть выучу. Хуяк, еще. Еще. Ну, когда тебя опять плющить начнет, скотина. Ох ты ебать. Ох ебать, вот это его козявит.
спать нахуй. Вот это его хозяин, сука. Нихуя не видать. Оп. Так, на этой локации все огниво собрано. По-хорошему, сейчас надо попробовать таки выбить ачивку иллюминатор в Стиме. Просто потому, что ее выбить очень сложно, и есть она далеко не у всех. Ну а я ж, блядь, не ебаться летсплеер, ну вся хуйня. Так вот, фича даже не в этом, а в том, что, как бы вам так помягче сказать... Ох. Честно вам скажу, амнезия у меня рождалась в муках. Просто потому, что... Блять. Запаса по времени у меня нет никакого. Сегодня у нас 22 августа. Ох ты, еб... Ох ты, ёпть. Так, блядь, небольшая техническая заминка. Ну да хер бы с ней. Пошли дальше. Что за звуки? Кто там, мать ваша, сын, как полковая лошадь? Бздык, бздык. Я, блядь, ебу. Куда я там дальше топать должен? Да сука ж нах. Трясется, блядь, как пьяный паралитик. Мы не сюда вроде. Ага. Я хитро миновал обвал. Да ёбжешь твою нахуй. Как ты задолбала трястись только, а? Пиздык. Я это уже делаю на изи, просто потому, что уже запомнил, где что лежит. Августа 1839. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе, почему. Очень надеюсь, что имя Александра Бранденбургского. И еще одно. Искупи наши общие грехи. Ну все, чуваки, ему пизда. Так. Еще дюрк не сработал. О! Так, блять. Ух! Будем экономить масло. Чпок нахуй, вьетнамский флешбэк. Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал в замке. Растворить. Он находится за камерой переработки. На самом деле, он в глубине скал под Бранденбургом. Хуяк отпустила. Так. Давайте сначала сходим туда. Масло с огнивом.
сука, тараканы, блядь. Он что-то мадагаскарских тараканов разводил, ебать здоровые, а. Просто нахуй бронил бы. Мясо. Ёбаное мясо. Так. Ну что ты мне подсказываешь, что... Так, мне наверх. Вот он уже пиздит. Но трутнес на этой луке 4. Так. Сейчас покажу, где четвертая лежит. Вот здесь вот на лесенке. Так. Давайте-ка посмотрю, есть ли у нас какая-нибудь кнопка для быстрой настройки. Пу, блять, настройки сохранения. Так, архивы. Архивы, говорите. Чё-то мне вот этот туманчик нихуя не нравится. Ладно, блядь, заглянем. О, записка. 16 мая 1839 Алжир. Года. Без почти вечером в песке мы... Завтра я поведу людей в гробницу. Ну, если кому-то охота почитать, ставьте на паузу, потому что я не могу слушать голос Ильи Хвостикова. Блять, просто потому что у меня вьетнамские флешбеки из первого Mass Effect. Это, сука, капитан Шепард. Это, блять, капитан Шепард. Ой, бля, ой, бля. Записка. Бля, где тут еще одна должна быть, нет? В столе, по идее. Не то пальтище, у него, по идее, какой-то свет. Нашел. 17 мая. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Я был в ловушке. Псих, блядь, спрятал огниво в печку, нахуй. Еще одно огниво. Масло. Здесь вроде ничего такого нету. Не пускают.
А, вон ты где спряталась, собака. Камни с кровищей. Чего, блядь? Пиванина. Раз. Насколько я помню, у них тут аж три штуки. Флэшбэк. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет день, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас. Особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Нашел. Три. Огниво и масло. Так, у меня 5 банок масла, но лампа почти пустая. Ладно, пусть будет 4 банки. Так, отсюда можно выходить. Это что, надо стулом хуярить или чем? Хуяк. Оп. Еще флешка. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Данил. Хуяк. Открыл. Красавчик. Хлючик. А, сука. Подмых чешется. Хлючик. Записка. Дай-ка гляну на хронометр. О, еще 10 минут есть. Так. Так, масло спиздить. Где-то в этой комнате еще одна записка. Ага, под стеклом. Значит, что мы делаем правильно? Бьем стекла. Хуяся. Оказывается, оборон-то не так прост, как кажется.
закупился на хаях, прокатился на хуях. Ёб твою мать! Чё это было? Блять, в лампе масла нету. По идее, я могу отсюда съябывать, но тем не менее. Твою-то мать! Я уже думал, все. Жопа. Я думал, что мы нынче отпиздить. Я открыл кабинет и могу, в принципе, технично, тактично сваливать. Так. Ах ты, блядь! Балдали. Так, чё? Винный погреб. А. Ёптеть. Свет. Я вижу свет. Флэшбэк. Куда подевался барон? Да плевать. Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней. Или хотя бы до... Раз. Что там за хуища-то в дверь ломилась? Еще флешбэк. Что происходит? О, моя грудь сейчас разорвется! Что за черт? Бегель, сделай что-нибудь! Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Так, где-то тут должно быть огниво. Что-то мне подсказывают. Уйди отсюда. Очевидно, сундук очевиден. Так, здесь стенка.
выход через здесь. Так, мы снова оказались под лестницей. Надо как-то попасть в соседние с лестницей помещения. Вошли, получается, справа от лестницы. Угу, в инструментальную мастерскую. Еще огниво. О, еще какая-то банка. Так. Я еще и камнем по еблу получил. Ништяк. Ебучий кёрлинг. Так, еще один химикат нашел. И вроде как должен четвертый быть. Где-то еще одна дверь. Ага, вот бомбер. Не пускают. Так, блядь. Да ёб твою, что за приколы? Ушла хворына. Ушла. Да ты заебал глючить, сука! Пиос, блядь. Сука, глюк ебаный. Не знал, что хуй заметишь, реально. Сколько тут бухлявского, блядь, я б тут завис. Я б тут, сука, корни пустил. Так, где тут банка с химией должна быть?
Хм, странно, почему у тебя бутылки не бьются? Да где-то здесь же, блядь, химия, Вы чё, блядь? Чё за хуйня? Чё это за приколы? А, вот химия. Так, мы, по идее, можем съябывать. Так. А, блядь! Чё-то тут нихуя не уютно. Чё? Там какое-то очко, блядь. Утины, сука! Хуяк. Хуяк, блядь, опять тарики, сука. Здоровые, блядь. Где-то тут, я помню, еще была склянка с маслом. Сейчас, ох, как спускаешься с лестницы. Где-то в правой стороне. Утина ебаная. Случайно, не ну ее нахуй. К нам получается в эту сторону. А, вон еще одна. О, хуяк. Ну чё, ебать, я в лабе. Хуяк. На больше куприта. И одна часть крепкой водки. Хуя. Да, ништяков тут хватает. Надо все-таки пройтись по стенам. О! И масло надыбал. Thank you.
чё-то его плющит, пиздец. Фу, блядь. Что там за хуйня плещется? Ну нахуй. Этот вкус. И аромат. Дамасская роза. Не заглянул бы сюда, проеб бы ачивку. Так. Пиздата, ёб твою мать. Пиздата. Чё я могу сказать? О, сама упала как мне надо. Оп. Хуяк, хуяк, вы слушали мои окна. Ну, красота, ёпта. Блять. А, сука, ёбаное мясо. Мясо ебаное. Гори. Подзадержались. В принципе, я шо-таки имею сказать. Давайте, наверное, дальше мы пойдем в следующей серии. Ну а пока, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и до встречи.